Российская фигуристка Алена Косторная выиграла 6-й этап гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро. Olympic Channel передает. Косторная блестяще откатала произвольную программу, одержав 2 победы из 2 возможных в своем первом взрослом сезоне. Спортсменка вырвала золото у Рики Кихиры и олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Кихира и Загитова заняли 2-е и 3-е места соответственно и вышли в финал гран-при. После выступления Косторная сказала в интервью: «Я очень горжусь тем, что прекрасно исполнила свою программу. Ошибки были, но в целом все было хорошо. Я очень рада, что набрала рекордное количество баллов за короткую программу, и мне бы хотелось установить рекорды за произвольную и по общим баллам». Алина Загитова получила свой лучший результат в сезоне за произвольную программу и призналась, что сейчас чувствует себя более сложившейся фигуристкой, чем она была, когда завоевала свое олимпийское золото в Пхёнчхане в 2018 году. «Конечно, после неудачной короткой программы я была расстроена, но потом собралась, благодаря моим тренерам, которые нашли нужные слова. Во время произвольной программы я продумывала каждый элемент, который должна была выполнить», сказала Загитова журналистам. Olympic Channel продолжает. На всех 6 соревнованиях серии Гран-при лучшими были воспитанницы тренера Этери Тутберидзе. На своих этапах всех остальных участниц затмили Александра Трусова и Анна Щербакова. Алена Косторная поборется за первое место с 2 другими подопечными Тутберидзе в финале, который пройдет в Турине в декабре. Что ждет Эдисона Кавани? О вероятном будущем уругвайского футболиста и его трудном пути в Пари Сен-Жермен рассказывает издание «Спорт Арена». На днях стало известно, что Лос-Анджелес Гэлакси предложили Кавани контракт до конца 2021 года. Ему обещают платить 7 миллионов евро за сезон. Также в услугах Кавани заинтересованы Интер Майами и Атлетико. Агент спортсмена заявляет, что тот в прекрасной форме и для любого европейского клуба честь пригласить игрока в свою команду. Пари Сен-Жермен, как отмечают СМИ, не настроен продолжать отношения со спортсменом. Всего в нынешнем сезоне форвард провел за команду Томаса Тухеля 8 матчей и забил 2. Если же оценивать все турниры парижан, то уругваец, несомненно, лучший бомбардир в истории клуба. На его счету 195 голов за все время. Также он 5 раз выигрывал чемпионат Франции, 4 кубок, 7 раз суперкубок и еще однажды признавался лучшим игроком года в Лиге 1. Но фанаты раз за разом скандируют имена других звезд. В сезоне 2016-2017 он наколотил в чемпионате 35 голов и показывал лучший футбол в карьере. Но что с того, если чемпионат выиграл Монако, а в Лиге чемпионов ПСЖ потерпел, вероятно, самое невообразимое поражение в истории – 1-6 на Камп Ноу. После этого владельцы клуба больше в него не верили и купили Неймара и Мбаппе, которые быстро перетянули одеяло на себя. Но в 2017-м у Кавани и Неймара случился первый конфликт, после чего, как показывает статистика, Эдисон стал получать от партнеров меньше ассистов. Кавани и Пари Сен-Жермен скучать друг по другу не будут, пишет издание. За 7 лет сотрудничества ни игрок, ни клуб не получили того, чего желали. Кавани так и остался второй скрипкой, а клуб, несмотря на громадные усилия и локальные успехи, никак не продвинулся в Лиге чемпионов. И только 195 голов как бы намекают, что хотя цели и не были достигнуты в полной мере, все это было отнюдь не зря, заключает «Спорт-Арена». CNN Sports информирует. Американский боксер Флойд Мейвезер возобновит карьеру в 2020 году. Всего несколько дней назад он не планировал возвращаться и говорил о том, что здоровье важнее. Но теперь непобежденный экс-чемпион мира по боксу в 5 весовых категориях сделал официальное заявление в своем инстаграме. Эта новость всколыхнула спортивный мир. Многие бойцы изъявили желание потягаться с вернувшимся спортсменом. В числе первых оказался чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд. Также на днях о возможном поединке с Мейвезером высказался Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Не остался в стороне и Сауль Альварес. Канело признался, что хотел бы провести реванш против Флойда, однако убежден, что надежды на это мало. «Всегда представлял реванш против Мейвезера. Я извлек много уроков из поражения. Тот бой меня многому научил. Конечно, я бы с удовольствием подрался с Мейвезером еще раз, но уверен, он вернулся не ради нашего боя». Альварес и Мейвезер провели бой 14 сентября 2013 года. Американец победил решением судей. Поражение остается единственным в карьере Канело по сей день. Последним на данный момент поединком для Мейвезера стал бой против ирландца Конора Макгрегора за специальный пояс WBC Money Belt, в котором американец победил техническим нокаутом в 10-м раунде.